Всем привет. Меня зовут Анастасия Шульженко, я актриса. Но это помимо ежедневной поддержки, вы определяете там дату раз в неделю, там, полторы недели, как у кого как получается, а когда вы назначаете сессии, тема каждой сессии, либо вы изначально ее определяете, либо определяете уже в процессе разговора, в зависимости от того, что конкретно тебя здесь и сейчас волнует, что сильнее тебя триггерит. Будь я сама, признаюсь честно, я обсталась. Но благодаря Константину мы прошли этот путь, и это очень здорово. Это была невероятная трансформация. Константин даже сделал два скриншота, когда я начинала только сессию, мое выражение лица и выражение лица под финал. Это два разных человека, это два разных человека абсолютно. С разным лицом, с разным внутренним состоянием. Я вам сразу говорю, вы сразу же почувствуете колоссальную разницу до и после. Кому бы я настоятельно рекомендовала это наставничество? Кому? Всем. Всем, кто не может дышать. Всем, кто не может найти сам выход из сложившихся жизненных обстоятельств. Кто хочет дышать, любить, творить, жить полной жизнью, а что-то тормозит, что-то мешает. Если вы не видите выхода, идите, вам подсветят, вас направят, вас не осудят.